Всем привет, уважаемые зрители и подписчики, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры The Punisher, Каратель. Перед началом седьмой миссии, седьмой серии, по традиции, посмотрим, что Фрэнк Касл скажет нам о новом оружии, которое появилось в его арсенале. Американский вариант русской классики. Стреляет 7-миллиметровыми пулями в полуавтоматическом режиме или тройными очередями. Компактный и удобный. Можно использовать боеприпасы от полуавтомата, поэтому много места не потребуется. Итак, седьмое задание поместье Ньючи. Эту миссию я прекрасно помню. Она довольно сложна, продолжительна, одна из самых, наверное, длительных вообще в игре. Здесь необходимо нам будет разобраться и с Ма, то есть главой семейства Ньючи, духовным лидером, идеологом. Ну и к тому же в этом поместье собраны все абсолютно боевики, которые остались в живых после встречи с Карателем в предыдущих миссиях. И, естественно, главная наша проблема – это бродяга, личный телохранитель Ма, киборг, которого создала ЦРУ. Рука его трансформируется в различные виды оружия, к тому же физически он очень силен, не уступая при этом Карателю. Когда я проходил игру первый раз, по-моему, я его убил не с первой попытки. Сейчас попробую это сделать с первого раза. Но, как вы понимаете, на максимальном уровне сложности это довольно затруднительно сделать. Урон он наносит больше, чем мы ему. И в лобовом столкновении у карателя нет ни шанса. Придется там уже как-то экспериментировать по ходу дела. Ну давайте посмотрим, как это будет. Ма может скрыться только в поместье Ньючи. Там собраны все ее солдаты, выжившие после похорон. Меня это устраивает, меньше пуль потрачу. Согласен. А пуль придется здесь потратить очень и очень много. Погнали. Адские похороны, Фрэнк. Знаешь, напомнили мне о Египте. Там они убивали всех слуг фараона, чтобы они могли служить ему и после смерти. Вот так, Сол. Только вот ребята слишком хорошо вооружились для того места, где им предстоит провести вечность. Давай вернемся к Ньючи, Фрэнк. Вам не хватило смерти двух сыновей Ма и сотни ее деловых партнеров. Вам и ее захотелось убить. Плохо. Ты и Ма неплохая пара. Поговорим о том, что произошло на следующий день в поместье Ньючи. Там Ма, наемный убийца-бродяга, десятки солдат Ньючи. И ты, Фрэнк. Что-то не встречает никто. Прямо чувствуете себя как дома. Луи, а сколько тел мы в этот колодец свалили? Не знаю, я плохо считаю. Наверное, больше 10, да? Да, наверное. Да пошел ты! Я 4 класса закончил. Только потому, что ты меня обманул, придурок. Вот такие вот солдаты ума Ньючи. Даже среднюю школу они не окончили до конца. Так, где он? Привет, паренек. Что скажешь? О чем нам поведаешь в своей нелегкой жизни? Школьника, теперь уже и взрослого мужа. Ты мне поможешь. Забудь, я тебе не помощник. Значит, узнаешь, что там на дне колодца. Я не могу, Ма замочит меня. Не поможешь, замочу я. Ладно, я сделаю все, что ты хочешь. Ну ладно. Я думаю, что сейчас ты познакомишься с теми телами, которые туда так активно вбрасывают. Довольно глубоко. Судя по звуку и всплеску воды. Так, вижу, еще там ходят ребята наверху. Это не он, а? Мы умрем! Whoa!
только не он. Не двигайся, быстро. Почему я? Почему бы и нет? Это все? Так, я в сервис пришел или нет? Цикло. Опа! Отсюда, наверное, по соседям стреляют. Хорошо, что зашел. А то бы сейчас бы мне еще в спину пострелял бы этот товарищ. Хороший домик ума в таких итальянских традициях, в итальянском стиле. Милая, уютная вилла. Все-таки выпустили тебя из зоопарка? Давай ты сам застрелишься, чтобы я пули не тратил. Улыбнись, Касл! Скоро ты снова увидишься с семьей! Я вернусь, бродяга. I'm back, бродяга. Эй, мелкий, вина принеси. Почему мне приходится здесь все делать? Тебе какого вина? Удиви нас! Что это было? Мелкий, наверное, поранился. Пойду проверю. Кажется, я его придавил этим стеллажом. Садится осла, мелкий! Ты что там делаешь? Привет. До встречи в райских кущах. Что-то ты, парень, неубиваемый вообще. Да ты даже прицелиться нормально не можешь. Мощное оружие у них сразу снимают ХП. Так, иди-ка сюда. Ублюдок, ты убил Джимми! Давай-ка с тобой побеседуем. Ты ведь хочешь мне что-то сказать? Тронешь меня, и мать тебя убьет! Этого не будет, брат! Мать перестанет за тобой охотиться, каратель! Rest by peace. Ма, здесь каратель, прямо возле дома! Скажи этим идиотам, чтобы телек выключили и нашли его! Понял, ма. Пойдем, парни! Один готов. Еще есть желающие? Ты убил! Прицел гуляет, как будто каратель, я не знаю, там литр водки до этого выпил. Очень неудобно целиться. Ничего у тебя нет! Это каратель! Сука! Я убью тебя! Это тебя не красит. Мы умрем! А ты не так уж крут, помощь. Каратель! Здесь были еще несколько комнат. Я бы хотел посмотреть, что в них, прежде чем пройти дальше. Да ничего, собственно говоря, полезного я здесь не вижу. В этих комнатах, по всей видимости, живут люди Ма как раз. Спартанские условия, видите, голые стены. На картине висит кровать, тумбочка, ночник. Ну, здесь у них общая гостиная, бар. Ладно. С тобой а ну поговорим. Пищи, крыска. Пищи, крыска. Отпусти меня, и мать, я всего лишь немного помучай. Ты больной, ты в курсе?
скоро они встретятся с Эдди. Как только мы доберемся до Махма. Помощь! Мама над этим парнем поработала. Да. Какая-то пыточная комната, по всей видимости. И этого парня упытали, но, судя по его крашенным голубым волосам, то ли какой-то нарик, то ли панк. Хрен знает, что это такой. Так, это что у нас здесь? Место для допроса. Бойлерной печи, да? Шевели колготами! Собака. В узких пространствах прицел гуляет вообще просто капец. Ворота закрыты. Понятно. Каким-то образом надо обойти. Сейчас будем разбираться. Кто там? Выпустите меня отсюда! Ты не Ньючи. Кто ты? Неважно. А ты кто? Меня зовут Пит. Вытащи меня отсюда. Они убьют меня. Почему ты здесь? Они схватили меня и Сэма. А ты видел Сэма? Может быть, он был с пушкой? Нет, да не отвели его в ту комнату вниз по коридору. Я слышал, как он кричал. Он умер. Отстой, короче, найди ключи и вытащи меня отсюда. У охранника внизу есть ключи. Поверни картину с перцем в холле и увидишь лестницу. Откуда ты это знаешь? Туда кто-то пошел, когда меня привели. Я тебе скажу. Окей. А вот он и обходной наш путь. А вот кого здесь допрашивать надо? Что здесь? Выходи, стрелять! Не верю своим большим и дай выжить! Ну понятно, если есть место для допроса, и если есть какая-то потайная комната, значит здесь кто-то есть. Ну давай, как раз вот ты мне хп-то и восполнишь. Бай. Как мне открыть эти ворота? Я тебе ничего не скажу. Ма убьет меня! Хрена себе, он смелый, вот смотрите. Его суют мордой лица прямо в огонь. Стоп, а ему совершенно по барабану. Вот посмотрите, что они делают вот по движениям. Такое ощущение, что каратель ему делает, я не знаю. Ну, я думаю, вы сами догадались, что ему делает. Смотрите на их тело движения. 18 с плюсом. Но вот он начинает... Здесь нельзя пройти, не открывается! Становится более сговорчивым, начинает колоться. Давай, давай, давай. Давай, детка. Внизу панель охраны спрятана в коридоре. Поверни картину. Окей, значит, ворот мы сможем открыть с помощью панели охраны. Но ты этого уже не увидишь. Да, без симулятор маньяка. Взял его и в печь забросил. Ну вот и потайная дверь. Ты играешь? Или как? Не гони, это же куча бабок. Тебе не нужно все ставить, дебил. Эй, я буду здесь столько, сколько мне нужно, мразота. Это казино. Делай ставку или уходи. Ладно, тварь, ставлю десятку на семерку красную. 10 баксов? И все? Да, 10 баксов. Крути это, чертов колесо. Я тебя пристрелю, ты тратишь мое время. Рискни. Твою задницу ма на стенку повесит. Эй, растратчик, проигрывай свои 10 баксов и вали отсюда нахер. За дверью у нас казино. Сколько их там народу, я не знаю. Минимум 2 по голосам, но я думаю, что больше значительно. И делаем мы вот так. Кто? Бля, он здесь! Нужны бабки везде, пока я здесь. Дерьмо! Давай, мать его! Это... Опять патроны котят. Да, их было явно больше, чем 2. Без карательного режима в такой узкой комнате было сложно с ним разобраться. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, парень. Тебе повезло, что я промахнулся.
А целил я ему в голову, просто не видел, что он что-то знает. А что тот парень делает в клетке? Я плыву в отдел. Я не знаю, о ком ты говоришь. Он продавал героин внучке Ма. Ну, я не знаю, расслышали вы или нет, но, по-моему, он сказал, что тот парень, который нам сказал про картину, продавал героин внучке Ма. Из-за этого он там и сидит. Учитывая, что Ма сама занимается наркотиками, чего она ожидала от своей внучки, что она тоже будет наркоманкой. Нашел ключ Пита. Так, мы здесь можем поменять оружие. Давайте пока поменяем вот на этот пулемет, что ли. Более скорострельный он, хотя урон меньше, чем у винтовки. Я иду, Ма. Я иду, Ма. Ничто тебя не спасет. Сдохни, засранец! Собака быстрая. Да я укрепью тебя, каратель! Толстая попка из-за угла. Эй, да ты каратель! Дерьмо! Да! Грязный ублюдок! Тебе конец! Блин! Еще! Я тебя достану! Ах ты, собака, еще живой! Не шути с Ньючи! Повалялся, главное дело, я только пробежал мимо, и он встает. И хотел схватить ствол. Привет, Пит. Ключ достал? Да. Ты у нас, оказывается, наркодилер. Спасибо. Не так быстро. Слышал, ты наркотой торгуешь? Нет, пожалуйста. Что, убьем его или оставим в живых? Да я думаю, что... За продажу наркотиков его должен судить суд человеческий, а не каратель. Пускай, если попадется, а полиция рано или поздно сюда все равно нагрянет, после того, что учинил здесь каратель. И его возьмут. Ну, если успеет убежать, значит, считайте, что ему повезло. Выходи! Низкий урон, но зато очень высокая скорострельность. Да. Тони, с тобой там все в порядке? Охренеть. Он что тут пытался сделать? То ли он тут газовую трубу чинил, то ли какую-то взрывчатку хотел заложить и сам подорвался. Они его взяли? Я ничего не слышу. Почему бы тебе не проверить? Ладно, трусливое дерьмо, я посмотрю. На... Просто убейте его! Ты о доме не волнуйся, Ма. Парень. Мне тут помощь нужна. У меня дети. 8 детей. Нет, 10. 10, 8. Сам со страх уже перепутал. Если бы я что-то знал, я сказал бы тебе. Ма спятила после того, как ты убил Бобби и Эдди.
Если ты переживешь это падение, считай, что ты родился в рубашке. Добивать не буду. Так, что у нас здесь? Чья-то спальня. Здесь явно вот живет либо командир, может, наемник. Может, это комната бродяги, кто его знает. Хотя слишком мило для него. Не похоже на комнату рядового бойца. Не могу поверить, что Ма от нас чего-то ожидает. Кто? Каратель? Нет, паскальный кролик, болван. Это плохо. Если я умру, тебе же самому будет стыдно за базар. Если ты умрешь, я на твои похороны здоровенный букет пошлю. Спасибо, я бы для тебя то же самое сделал. Хорошо, заткнись и наблюдай за дверью. Но если мы умрем, Стиви, тогда никто из нас цветов не получит. Логично. Блин! Что там внизу происходит? Он уже умер! Медленно и осторожно! Логика этих гопников просто зашкаливает. Так, каминная. С охотничьими трофеями Ма. Тоже милая комнатка. Медвежий капкан. За что я вам, придуркам, плачу? Мне нужна его голова! Нормально. Одного в капкан головой, другого на бивень слона. Ну, а тебя давай стандартная классическая пытка в камине. Хочешь пожить дальше? Пойдем со мной и убеди своих дружков бросить оружие. Забудь об этом, чмо. Они меня просто убили. Из этого барбекю делать не будем. Давайте, может быть, чем-то поможет. Так, слушайте, а его отпустить нельзя. Здесь либо допросить можно, либо быстро убить. Нормально. То есть ты мне наврал, и помогать ты мне вообще не собираешься никаким образом, да? Ну, хорошо. Я думаю, что помощь твоя тогда будет следующей. Они по всей видимости за этой дверью, да? И поэтому ты, как бы, войдешь туда. Таким вот образом. Да, и первый выстрел пошел именно в него, а не в меня. В принципе, он мне помог. Блин, у нас патроны кончились. Охренеть. Значит, пора менять на винтовку. Пулемет. Офигеть, и ХП уже половину нет. Веселье, можно сказать, в самом разгаре. Заблокировано. Нужно обойти. Там кто-то есть. Этих двух пацанов я завалил. Не так уж крут. Помогите! Я попал на второй этаж. Аккуратнее надо. ХП, смотрите, осталось вообще очень мало. А не забывайте, что скоро нас ждет уже и бродяга. Надеюсь, они сюда не зайдут. Поэтому мы пока с тобой поговорим. Мне тут парень. Помощь нужна. Пошел нахер. Нахер? Я не буду говорить. Послал меня нахер. Большой босс получает половину от общака. Большой босс. Босс. Я не ошибаюсь, зовут его Фиск. Точнее, фамилия у него Фиск. О! Пытка с ножами. Допрос с ножами. Скажи им то, чего я не знаю, подонок. Я ни черта тебе не скажу. Нет, отпусти! Так, надо поронять их немного. Сейчас он будет более сговорчивый.
такое-то? В кладовой есть секретный проход. Он ведет к одному из сейфов Ма. Да. Ну, спасибо. До встречи на небесах. О, Ма, ножи всегда острые. Я помню, он также кого-то в порту из русских запытал. И тогда он сказал, каратели, я имею в виду, а не заказать ли мне еще русских колбасок? Ну, возьмем тесак. И это все? Убейте его, болваны! Он тут что-то разобрался. Взял ему и прям в лицо воткнул. Тебе! Чисто фирменно по-карательски. Вот что я делаю с тобой, Ма. Прям в лоб ей. Пока что в картине. Ты ведь хочешь мне что-то сказать? Тронешь меня, и Ма тебя убьет! Сомневаюсь. Этого не будет, мразь! Маня перестанет за тобой охотиться, каратель! Ты думаешь, ты можешь так со мной обращаться в моем собственном доме? Полагаю, я иду за тобой, да? Ма, и ничто меня не остановит. Полагаю, что могу. Так, что у нас за этой дверью? В принципе, ничего, просто два выхода разных. Ну и вот мы подходим к финальному, завершающему этапу. Уже чувствую бродягу. Ты здесь умрешь, а я тебя потом в саду зарою! Успокойся ты, Ма. Никого ты не зароешь. Откуда он здесь? Никто по тебе не заплачет, Касл! Никто даже не соскучится! Да стой ты! Милая старушка меня начинает уже напрягать своими... Тебе конец, козёл! Опусами! Никогда мне не нравился! Хороший дом, большой. Все из дерева. Очень уютно, я бы сказал. Какого чёрта вам здесь заготовка? Хотя я все-таки поклонник больше квартир, нежели чем частных домов. Но такому бы не отказался провести, по крайней мере, отпуск. Жить бы, наверное, не стал. Прикрой меня! Кого убивать нельзя? Кто-то знает. Куда побежал? Стой! Смотри, как чешет. Добежал до угла и встал. Ну ладно. Говори. Где мне оружие найти? Дерьмо! Нет, Ма убьет меня! Убьет меня? Не скажешь, убью я тебя. Склад! Ключ в комнате под бильярдным столом. Потяни лампу на стене. Прям как доза хлора в генофонде. Так, вот лампа. И склад. Может пригодиться. Хрен знает. Искать не будем. Сильно. Оружие и так достаточно валяется. Все мы вроде здесь собрали. Из боеприпасов, я имею в виду. Теперь наше главное оружие — это бутылка. Я твою башку на стену повешу, каратель! Скорострельный пулемет у него просто в моей винтовке сбил. Черт, он прямо за дверью. Стреляй, чувак. А вот и склад с оружием.
Так, это хорошо. В принципе, забарахлились мы не слабо. Перед боем с бродягой самое то. Я слышу его. Подготовьтесь. Мне эти щенки начинают надоедать. Мне тоже. Бля, он здесь! Дохни. Ты труп, мразь. Вот и он. В открытую лезть не буду, их там дохренище. Этот момент тоже помню, сейчас там будет бежать и бежать нескончаемый поток. Достанем, ублюдка. Дроны надо тоже экономить, потому что дальше их уже практически не будет. Хотя мы можем пополнить на складе наши боеприпасы. Сучонок! Каратель! Взять его! Ладно, столько народу, а он только еще меня заметил. Каратель! Надо надрать ему ногу! Сдохни, ублюдок! Так, мне нужен один для допроса минимум. Прикройте! С удовольствием! Вот тебе! Дерьмо! Так, пойдем-ка с тобой в комнату для допросов. Надеюсь, они сюда не забегут. А забегут, мы тобой же и прикроемся. А ну пищи, крыска! Ничто не заставит меня говорить! Я стой! Я ничего не знаю! Ма работает на большого босса! Он управляет и русскими! Русскими управлять невозможно! Это неуправляемый народ! Ты еще просто об этом знаешь, парень! Так, кто по мне стреляет и откуда? Кто где? По-моему, сверху справа, да? И еще нужна один бежит по лестнице. Тормоз! Я пустой! Блин! Я убью тебя, каратель! Мешает. Мешает перила. Так, ну вроде бы все, да? Допрашиваем еще одного. Финальный допрос. Ты ведь хочешь мне что-то сказать? Забираем оружие и пошли. Давай! К бродяге. Что я тебе сделал? Ты по мне стрелял только что. Тебе нужна ма? Так убей ее, а не меня. Да без проблем. Спасибо за сотрудничество. Блин, больше не восполнишь. Я все уже боеприпасы от винтовок забрал. Ну, пособираем здесь, скорее всего, у ребят что-то сохранилось. Им уже патроны не понадобятся. Ковер. У меня такой ковер на даче висит. Не шути с Ньючи! Отличный прыжок и отличное попадание сходу. Две двери. Одна закрыта, значит, нам сюда. Ума уже солдаты кончаются. Давно пора. Ух ты, еще один склад, вы посмотрите. Вообще замечательно. Так. Идиоты, придурки, дебилы! Убить его! Салон! Кажется, ума уже истерика. А вот и ее спальня.
Ну, так все мило довольно. Тормоз! Ой-ой-ой-ой, вот тихо-тихо-тихо. Больно, парень, здесь я. Нервничать вредно для здоровья. Что у нас здесь? А может быть вот это вот спальня, мафик знает. Несколько комнат, соединенных между собой. Сюрприз. Будуар. Попробуй попади в меня, засранец. Да, хороший домик. Смахивает на пятизвездочный отель. Жить во мне лично в таком не удалось, слишком он большой. Я предпочитаю помещения более компактные. А ну пищи, крыска. У меня дети, 8 детей, тебя, нет, 10. Каратель. Если бы я что-то знал, я сказал, ма спятила после того, как ты убил Бобби и Эдди. Это мы уже слышали. Какого черта? Черт, каратель. Это галерея. Знаешь, что здесь делает ма? Можешь выезжать, мангал стоит. Да ты собака. Палит и палит, вы посмотрите на эти наглые рожи. И тебя тоже допросим. Тебя вы. Ты ведь хочешь мне что-то сказать? Ты обещал. Ничто не заставит меня говорить. Стой! Я ничего не знаю! Неправильный ответ. Довольно смелый, не хочет раскалываться. Ма работает на большого босса. Он управляет и русскими. Так, пойдем со мной. Черт, черт, черт! Будешь моим живым щитом. И это все? Зря его взял. Дерьмо! Вроде это он! А ты-то взялся сзади. Смотрите. Я тут всех уложил, и вдруг откуда-то прибежал еще один. Ма увлекается самураями и историей Японии. И вот он. Вот она, скажем так, отсылка к Сёгуну. Расскажи мне о бродяге. Я своих не удаю. А вы дашь. Главное его допросить, потому что у нас не полный ХП, а за следующей я дверью уже бродяга. Это я точно помню. Ему недавно сделали операцию на глазу. Он чувствителен к свету, вот почему он носит очки. Спасибо за информацию, значит, световые гранаты ему не понравятся. Вот так убивают самураи. Самураи против наркоторговцев. Привет, бродяга. Не знал, что Ма умеет читать. Тут, наверное, 200 тысяч копий крестного отца. Мне было любопытно, хватит ли у тебя смелости показаться. Я твои внутренности по всей комнате развешу, Касл! Фу! Ну давайте, ребята, настроились. Это будет непросто. Сваливаем сразу вниз, потому что разбираться наверху с ним нереально. Даже прятаться негде. Так. О! И он здесь будет не один. Будем прикрываться живыми щитами. Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойно, бродяга. Думал, что ты первый. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вниз, идиот! Блин. Чёрт, чёрт! Стреляй! Не повезло, что у тебя есть касса! Иди поплачь, мразота! Да, ну Джона Святошу видел, касса! Он тебя и есть! Ничего у тебя нет! Покажите ему, что такое Ньючи!
Так, лайн ХП сняли. Обойма пуста. Все-таки надо было с ним наверху разбираться. Теперь у нас ХП ни хрена нет, ребята. Но, по крайней мере, он за нами теперь не гоняется, а бегает у нас. У тебя есть касс? Давай, вылезай, кусок говна. Да, тут зап... Понятно, здесь лучше не стоять, отходим назад. Минутку. Я хочу, чтобы ты умер, и я поддерживаю. Где он? Да, ХП вообще нет. Вон он, тоже заложника держит. Ах, мои очки! Ты начинаешь злить меня, Касл! С него очки сбили. Теперь единственный шанс с ним разобраться, это вот таким вот образом. Прячется за колоннами и расстреливая с дистанции с помощью вот этих вот ребят. Он меня буквально убьет с одного выстрела. У нас нет уже режима расправы вообще. Я его использовал, дабы не погибнуть. А ты не так уж крут, каратель. Теперь будет позиционный бой. Это не он, а? Вот бродяг, кстати, один из самых сложных боссов вообще в игре. Там есть еще такой бычий глаз, по-моему. Все прикалывался на карате там. Привет, Фрэнки! Что-то в этом духе. Вот он тоже довольно-таки опасный. Это хренище ХП, очень быстрый и стреляет метко. И больно. Так, где вообще этот бродяга? Влезай. Урона практически не получается. Чем в тебя стрелять-то надо? Термоядерным снарядом, что ли? В общем, теперь снимаем с него почти всю ХП. Он там убежит, по-моему, наверх. Начал стрелять уже своим гранатометом. Далее набираем карательный режим хотя бы до половины минимум. Желательно больше, чем половина. Ну и бежим, его добиваем. Потому что таким количеством ХП мы его наверху уже явно не уложим. Это бесполезно. На могилке у родителей давно был, ублюдок? Вещами не шутит, бродяга. Если я умру, то заберу тебя с собой. Так, все, он убегает наверх. И вот теперь главное не... главное не затупить. Нам нужно набрать сейчас карательный режим, режим расправы. И разобраться с ним. Так просто я наверх не пойду, даже и не проси. Нет! Нахрен мне это надо. В общем, гранатометом он может меня... С одного выстрела буквально. Один выстрел, и я труп. Ничего у тебя нет. А вот в карательном режиме умер, шансы я есть. Это каратель. Так, где эта крепота вся? Тихо. Тихо, ребята. Спокойно. Спокойно и планомерно. Сейчас он вниз уже не пойдет. Главное набрать нам наш карательный режим. Карательный режим мы вот на этих вот гопников заработаем, убивая их. Конечно, если бы я играл не для канала, я попробовал сейчас подняться бы и с тем, вот что у меня было. Ах, сучонок! Попытался бы его достать, но сейчас ошибаться нельзя, иначе придется переигрывать. Опять с самого начала. Ну, не сначала нельзя, а сначала, скажем так, разборки с бродягой.
Это еще минут на 5-10. Не факт, что мы его с второго раза убьем. Поэтому будем делать наверняка. Может быть, кто будет проходить на хардкоре, возьмет, скажем так, мой метод шагзаметки. Вначале отступил, надо было все-таки с ним постреляться наверху. Без вот этих вот его подручных. Мразота! Там бы один на один я быстрее бы с него ХП снял, и он бы за мной бы просто не бегал. Он носился за мной по низу, да еще по мне двое вот этих копий стрелял одновременно. Ничего. Так, карательный режим уже процентов на 40 готов. Главное, чтобы они меня еще сами не пристрелили. Они меня тоже могут убить. Так, иди сюда. Иди сюда! Райзин. Я пошел! Да ты пошел! По дороге в рай. Так вас туда не примут, убийцы. И наркоманы. Кого ты мать? Косоглазый! Строили здесь внизу, конечно, братскую для них могилу. Вот тебе! Сейчас согласен, да. Прокосил. Где еще бродяга, я не пойму. А, вон он наверху. Просто, Кас. Вообще понятно, что он наверху. Где именно? С какой стороны? Сейчас придется по лестнице подниматься сначала, а потом уже врубать карательный режим наверху, на самом... около парапета. Не знаю, хватит, не хватит. Рискнуть, что ли? Или еще убить парочку? Кстати, даже можем его отсюда доставать. Бродягу я имею в виду. Но если он попадет по нам. Достаточно. Теперь займемся им вперед. Я вижу, где он. Иди сюда, скотина. Умри. Не шутись. Фу, вот это была жесть. Ну вот, с первого раза завалили. А первый раз, когда я проходил давным-давно, не с первой попытки я его убил. Старался для вас, уважаемые зрители. Не могу оставить так бродягу. Он крепкий парень, его еще смогут починить. Поэтому придется дыру сделать побольше. Должно сработать. Видите, что у него с рукой? Ублюдок, что ты делаешь? Я тебя разоружаю. Охренеть. Взял ему руку, оторвал. Человек бы просто от болевого шока бы умер. Но он не человек. Уже не человек. Я редко улыбаюсь. Ты не улыбаюсь вообще. Хотя это меня радует. Огонь быстро разгорается, дом не продержится долго. Да, ребята, это еще не все. С бродягой мы разобрались, но осталось еще ма. То есть это еще не конец миссии. Чего это там прямо собака расслабила? Умрешь, Касл! Я оставлю твою кровь высыхать на стенах! На память! На память! Все почти кончено, Ма. Приведи бумаги в порядок. На память! Когда я доберусь до тебя, у тебя уже не будет понятия память. Как же мне открыть двери? Не переживай, Ма откроет их после твоей смерти.
Я не знаю, знает только Ма. Часы, посмотри за часами. Спасибо. У нас есть 3 минуты. Через 3 минуты мы здесь сгорим, как барбекю. Где часы? Поэтому надо шевелить платонами. Надо здесь как-то пробраться. Почему система пожаротушения не работает? Ты вообще это убил? Они же автоматически должны были срабатывать. На дым. Вот и разобрались с охраной. Отлично. Дверь мы открыли, она нас здесь замуровала. Хотя я не знаю, что он здесь, честно говоря, ждал. Мог вообще он выпрыгнуть сверху туда в палисадник. Высота-то небольшая. Даже я бы прыгнул спокойно. И убежать бы. Но ему нужна Ма. Просто так карать не уйдет. Надо как-то пройти тут. Хочу туда лезть. Сейчас. О! Найди Ма. Выходи. Да ты, мразина. Лифт не активен, замечательно. А тут закрытый. Зачем сюда пошли? 2 минуты осталось, ребята. 2 минуты у нас. Фрэнк, шевели давай. Батонами. Вы трое, охраняйте дверь. Ты, почини лифт. Я так умирать не собираюсь. Не ори, это меня нервирует. Но почему меня окружают идиоты? Он идет. За работу! Я разберусь. Мне все равно, кто и как это сделает. Просто убейте его. Русские в Киларе покруче, чем немичи в Полистере. Охренеть. Это что такое было? Ой. Там кто-то с крупнокалиберным пулеметом. А у меня карательный режим. На нулях. Теперь постреляем. Некуда бежать, Ма. Это было жестко. ХП практически не было, а здесь были все в бронежилетах, да еще и с пулеметами. Убирайся из моего дома! Разве мало боли ты мне причинил? Нет, вот еще. Она. Привет! Не такая уж ты старушка. Все сделано. Пора уходить. Ну вот он с ней разобрался. Короче, бродяга мертв, Ма мертва. Прошли мы миссию на максимальной сложности, сложно. Получили большое количество очков, которые потратим в следующей серии на улучшение карателя. Спасено невинных 0, хотя мы не убили этого Пита, наркодилера. Все-таки оставили его в живых. 201 человека здесь укокошили, это, по-моему, рекорд пока что на данный момент. Как я и говорил, боевиков было очень много, внутри точность 37%, но гулял здесь прицел в этих вот узких пространствах, приходилось стрелять много с дистанции, естественно, не все пули попали в цель, в том числе и по бродяге. По поводу бродяги, кстати, все-таки я рекомендую его сначала пострелять наверху, там с дистанции. Потом уже, когда снимете с него хотя бы, там, не знаю, треть хп или разобьете ему очки, и он начнет психовать и беситься, сбегайте вниз, дальше хватаете вот этих вот его телохранителей, там, помощников, подручных, прикрываетесь им как живым щитом, отстреливаете ему остальное хп, он убегает опять наверх, когда у него остается там где-то треть. Ну, либо стреляете снизу, если видите его, где он там бегает, наверх не поднимайтесь, если у вас мало хп, потому что он убьет вас этой ракетной установкой с 2-3 выстрелов на максимальной сложности. Ну и если у вас есть карательный режим, разбирайтесь с ним так же, как и я в карательном режиме. Если его нет, пытайтесь достать снизу с помощью винтовки, ну либо копите карательный режим с помощью его же подручных, убивая его, и он будет постепенно расти. В общем, неоднозначный такой босс, довольно-таки сложный, там есть много вариаций, чтобы его устранить. Но это будет, поверьте, непросто. Итак, смотрим военный журнал, что здесь написали про нас в газетах. Убита глава мафии. Имение сожжено, полиция подозревает заказное убийство.
Ну, убийство было явно не заказное. Подозревать нужно было здесь карателя, но, по всей видимости, он оказался тут вне подозрений. Что странно, обычно всех собак вешали именно на него. Итак, смотрите, бродяга ликвидирован. Ма ликвидирована. Остался у нас капитан русского судна. Остался генерал Крикоп и Лу некий. Из тех, что нам известны преступников, которые необходимо ликвидировать. Но вот еще, как видите, здесь аж 7 человек, тех, кого мы не знаем. Все они будут также убиты. Насколько я помню, все. Ну что ж, продолжим в следующей серии. Надеюсь, что данная вам понравилась. Долго я хотел уже ее пройти, помнил, что она будет сложная и довольно-таки длительная. Но вот она пройдена, и дальше снова столкнемся с русскими. Ну а если эта серия вам понравилась, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, если впервые столкнулись с ним на этом именно видео. Оставляйте свои конструктивные комментарии, как вам серия, как вам моя разборка с карателем. Ой, с карателем, с бродягой. Ну и, конечно же, все, что вы думаете по поводу игры для Punisher Каратель в целом. На этом все. С вами был Крестоносец. Всем удачи, до новых встреч, пока.